Милош Бикович – сербский актер, который в одночасье занял одну из лидирующих позиций в списке самых востребованных актеров в России. Настолько он уже стал нашим. Многим зрителям достаточно увидеть его имя на постере, чтобы сделать выбор в пользу конкретной картины. Как ему это удалось? Давайте разберемся. Милош наслаждается и одновременно страдает от собственной популярности. Расскажем, почему Милош не любит рассказывать о своей личной жизни и с кем у него были романы. Милош Бикович родился 13 января 1988 года. Родители к актерской профессии отношения не имели. Более того, отец эмигрировал в Германию, когда Биковичу было всего 6 месяцев, так что его маме, учителю-дефектологу, пришлось одной воспитывать двоих детей. У Милоша есть старший брат Михайло. Впрочем, любовь к искусству, музыке, живописи в семье всегда была в почете. Поэтому Милош часто бывал в театре и кино, а в 13 лет пошел в театральную студию. Артистичного мальчика сразу заметили. Он начал работу в детской передаче на телевидении и даже снялся в комедийном сериале. Правда, в то непростое время многим было не до искусства. Страну охватывали политические конфликты. Когда Милошу было 11, Белград подвергся бомбардировкам, и будущий актер прятался в бомбоубежище. К счастью, вскоре война прекратилась. Уже после школы Милош поступил в Белградский университет искусств на театральный факультет. За компанию с однокурсниками начинающий актер посещал кастинги. Поначалу Милош получал небольшие роли в местных сериалах, таких как «Доллары идут» и «Аисты вернутся». Первая слава пришла к Милошу после выхода мелодрамы «Монтевидео. Божественное видение», где речь пошла о команде молодых людей, которые хотят поехать в столицу Уругвая на первый чемпионат мира 1930 года. Ради мечты футболисты совершают невозможное и становятся звездами. Бикович не надеялся, что знаменитый режиссер Драган Белогрлич доверит новичку заметный образ в своем проекте, ведь Милош даже не умел владеть мячом. Сначала отобранные на кастинге претенденты занимались на тренировках, но вскоре режиссер подозвал Биковича и неожиданно предложил сыграть ключевого персонажа. И когда ошарашенный актер сказал, что сомневается в собственных силах, Драган заявил: «Или главная роль, или никакая». Так артист попал в популярный фильм о первопроходцах мирового футбола. После этого Милоша заметили на родине и начали приглашать в новые проекты. Среди прочих выделяется лента 2012 года «Шляпа профессора Вуича». Картина, снятая по роману Милована Витязовича, покорила зрителей добротой и искрометным юмором. Карьера его развивалась стремительно. На третьем курсе он сыграл главную роль в фильме, который позднее был номинирован на «Оскар». Так что Милоша окрестили восходящей звездой кинематографа, а в 2014-м ему поступил звонок от помощника Никиты Михалкова с предложением роли в фильме «Солнечный удар». С этого момента у Биковича началась карьера и в российском кино. Настоящая слава к сербскому актеру пришла в конце 2019 года, когда он сыграл главную роль в самом кассовом российском фильме «Холоп». Там он играет молодого мажора, который отец отправляет на перевоспитание в деревню середины 19 века. Любопытно, но во время съемок у актера открылась настоящая аллергия на деревню, в основном на сено и лошадей. Но это не помешало ему отлично сыграть свою роль. Кстати, прочитав сценарий, Бикович хотел отказаться от роли, поскольку мажора в комедиях он уже играл, но его уговорили сделать это еще раз. И не зря. Мама Милоша была крайне обрадована успехом фильма «Холоп» и шутила, что 7,5 миллионов человек, которые сходили в кино, пришли посмотреть на его любимого мальчика. Такой резкий взлет сделал из Милоша настоящего магнита для противоположного пола. В силу специфики профессии, актера окружает огромное количество самых красивых девушек, но связывать себя узами брака с кем-либо Бикович не торопится. Еще в студенческие годы будущая звезда встречалась с дочерью известной сербской актрисы Весны Чипчич. Впрочем, эти отношения закончились до того, как Милош закончил университет. Молодые люди расстались хорошими друзьями и вполне успешно вместе сыграли в дипломном спектакле. Позже Биковичу приписывали роман с сербской актрисой Бранкицей Себастьянович. Коллеги познакомились на съемках фильма «Когда цветут тыквы» и, по разным слухам, встречались целых 4 года. Известно, что первой симпатией Милоша в нашей стране стала топ-модель и актриса Саша Луз. Она известна своей главной ролью в фильме Люка Бессона «Анна». Милош познакомился с Сашей на одной из фотосессий для «Глянца». Они начали встречаться, вместе съездили на Мальдивы. Фотографии с отдыха влюбленных практически мгновенно попали в сеть, так что скрывать эти отношения смысла не было. Возможно, многие думали, что вот теперь дело движется к свадьбе, но поклонников постигло разочарование.
И уже спустя несколько месяцев роман завершился. Верный своим принципам, Бикович не собирался делиться подробностями с общественностью, но все же ему пришлось сделать официальное заявление. Он ни в чем не обвинял свою бывшую девушку, заверив, что они сохранили хорошие отношения. Вскоре его поджидала встреча с еще одной российской актрисой. Милош играл в фильме «Лед», где его партнершей была молодая актриса Аглая Тарасова. Между коллегами вспыхнули нежные чувства, о чем вскоре узнали и журналисты. Этот роман стал очень громким. Его обсуждали в интернете, на страницах светской прессы. Пара появлялась вместе на светских вечеринках. Влюбленные нашли общее жилье, и Милош даже познакомился с мамой Аглаи, популярной актрисой Ксенией Рапопорт. Но неожиданно для всех отношения закончились. Причем Аглая сообщила об этом открыто. «Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением», – призналась Тарасова. Во время съемок «Холопа» Милош и Саша Бортич напрасно делали вид, что между ними ничего не происходит. Даже посторонние замечали, что возникла явная взаимная симпатия. Они то и дело флиртовали. При каждом удобном случае вместе фотографировались, улыбались друг другу. Впрочем, как только работа над «Холопом» завершилась, их мимолетный флирт закончился сам собой. Впрочем, актер недолго был один. Бикович снимался в сериале «Магомаев» в главной роли. Сербская актриса Барбара Таталович исполняла эпизодическую роль. Знакомство на съемочной площадке вскоре переросло в нечто большее, чем симпатия. На этот раз они ничего не скрывали от публики. В их аккаунтах постоянно появлялись совместные фото. Они ходили на светские мероприятия, а на фестиваль «Евразия» в Астане приехали как официальная пара. Обнимались, позируя для фото, открыто выражали нежные чувства. Только вот никаких комментариев на эту тему поклонники так и не дождались. Ни от Милоша, ни от Барбары. Судя по всему, роман продолжался полтора года, после чего Бикович признался, его сердце свободно. Новая возлюбленная актера, Арина Волошина, была чемпионкой России по бальным танцам. Некоторое время они встречались, но это продолжалось недолго. После расставания Арина заявила, что Бикович пытался убедить ее молчать об их романе, а девушке не хотелось ничего скрывать. В интервью Милош признавался, что мечтает о семье, о детях. «Жизнь без детей пустовата. У меня нет огромных амбиций в отношении себя. Добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю, совершенствоваться, но готов пожертвовать проектами, чтобы быть с детьми. Моя цель – обеспечить себе жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи». Кстати, Милош говорит по-русски с легким акцентом, поэтому во многих фильмах, созданных в России, его дублировал актер с похожим тембром голоса. Например, в «Холопе» это был Сергей Габриэлян-младший. В «Отеле Элеон» и фильме «Лед» он озвучивает себя сам. В планах Милоша снять собственный фильм и сниматься в Голливуде. Такие предложения уже поступали, но роль сербского или русского криминального авторитета Биковичу неинтересна. Конечно, у многих поклонников возникает вопрос, что же мешает Милошу довести роман до официального брака, тем более что его девушки все как на подбор. Впрочем, сам актер признается, что всему виной его загруженность. В интервью Милош как-то сказал, что только недавно понял, в какую ловушку попал и как страдает его личная жизнь от бесконечных съемок и перелетов. В то же время актер не хочет отказываться от возможности максимально реализовать себя в кинематографе и недавно даже открыл свою продюсерскую фирму. И многие поклонницы Милоша совсем не против того, что их кумир по-прежнему свободен.